30 апреля 1945 года старший сержант Николай Масолов, рискуя своей жизнью, вынес из-под огня немецкую девочку. Незадолго до боя между советскими и фашистскими войсками воцарилась тишина. И в этой тишине прозвучал плач ребенка, который звал свою маму. Детский крик услышал знаменосец полка старший сержант Николай Масолов. Чтобы добраться до ребенка, нужно было пересечь заминированную площадь, простреливаемую из пушек и пулеметов. Но смертельная опасность не остановила Масолова. Подвиг солдата из поселка Тижин лег в основу сюжета известного монумента воина-освободителя в Берлине.